Окей, всем привет, это я, Тайфун Бруклин, и сегодня мы с вами снимаем мою обучающую рубрику Хип-Хоп Топ 100, и это сотня самых кочевых хип-хоп танцев в истории. Тос этап. Итак, движение тос этап очень простое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы качаем назад. Назад, назад, назад. Еп, ноги. Мы перепрыгиваем с одной ноги на другую. Да. И соединяя с руками получается 2, 3, 4. У нас 4 шага. 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пробуем быстро. Следующее движение James Brown, to the James, оно очень простое, мы качаем вовнутрь, ноги мы собираем вовнутрь, немного двигаемся в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еп. Пробуем под музло. Восемь. Следующее движение доги, teach me how to doggy, очень простое, здесь мы качаем наверх, 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 самое главное качать наверх. Дальше мы шагаем в сторонку, в сторонку, в сторонку, в сторонку, в сторонку, вправо и влево, и немного посматриваем назад. Куда мы шагаем? Оп, 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 оп. Очень кочевое движение, которое знают все. Если ты его не знаешь, учи. 5, 6, 7, 8. Варишь.